Всем привет! Это Let's Play от Mob.ua и я Трэш. Сегодня мы поиграем в City Island 2. Начнем! Sparkling Society представляет. Совместно с бесплатное золото, еще игры и доска подсчета. Город-остров, часть вторая. Блин. Я так и знал. Я знал, что это не стоит устанавливать. Но я уже здесь, так что добро пожаловать на прекрасный остров. Офигеть, блядь, какой прекрасный. Сначала нужно построить дом. Да неужели, блин? Мне казалось, что бигборда вполне хватает. Это здание нужно строить на дороге. Дороги нужны для того, чтобы добираться во все места города. Построим дорогу. Ну класс. Теперь здание строится. С такой дорогой я доберусь, блядь, куда угодно. Для зданий нужно электричество. Угу. А для постройки домов электричество не нужно. Нарубил елок в лесу и построил. Ну ладно. Чтобы повысить скорость, да-да-да-да. Так, теперь нужно построить парк. Теперь построй коммерческое здание. Добавим пару дорог. Отлично! Теперь люди смогут добираться с работы на работу. Боже, какая дерьмовая музыка. Я больше не могу. Ладно, я пока поиграю в эту игру, а вам покажу, когда я немного расстроюсь. Итак, я достаточно расстроился. Ну, не в игре, а игрой. Вот я построил канал новостей. Как видите, у меня работает один сотрудник из 12. В общем, он сам себе монтажер, сам себе оператор и сам себе режиссер. В игре куча непродуманных мелочей. И в такое будут играть разве что женщины и дети. Так как тут можно будет, как я понимаю, собирать урожай, всякие смайлики, сердечки и так далее. Кстати, при том, что игра достаточно страшная, она еще любит донат. Но ничего необычного. Страшные шлюхи тоже любят айфоны. В общем, основной минус игры в том, что у игры нету и плюсов. Так что такое дерьмо качать крайне не рекомендую. Игра мне за это поаплодировала. На этом у меня все. Если понравилась игра, то ты больной. А если понравился обзор, то ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу. Там еще дофига интересного. Ты еще узнаешь о многом, во что можно поиграть, и еще расскажу много чего, во что играть вообще не стоит. Это был обзор от Mob.ua и я Трэш. До встречи.